Всем большой привет! Сегодня приготовим интересный салатик из пекинской капусты и консервированной фасоли. Пекинскую капусту предварительно помоем и отделим верхние листочки. А для салата нам понадобится 4-5 листика. Разрезаем листики напополам и нашинкуем не очень мелко. Теперь возьмем большую глубокую миску и переложим нашинкованную капусту. Следующим компонентом салата будут свежие огурцы. Возьмем 2 небольших огурчика. Каждый огурчик сначала нарежем на ломтики, а затем на небольшие брусочки. Перекладываем огурцы в миску с капустой. Главный секрет этого салата – баночка белой консервированной фасоли. Открываем и сливаем всю жидкость. Затем при необходимости фасоль можно промыть. Высыпаем фасоль в миску к другим ингредиентам. Еще нам понадобится 3 отварных крутую яйца. Каждое яйцо нарезаем напополам и затем небольшими кусочками. Пересыпаем яйца в миску и возьмем пол пучка зеленого укропа. Мелко нарубаем укроп и добавляем в миску. Заправим наш салатик 2 ложками майонеза. И, конечно, добавим черный молотый перец и соль по вкусу. Теперь хорошенько перемешаем салатик. Вначале 2 вилками, это будет так удобнее, а затем ложкой. Теперь, когда салат готов, дадим ему настояться. Огурец выпустит сок, и салат будет еще вкуснее. Салатик получился очень свежий и нежный. Попробуйте и вы приготовить по этому замечательному рецепту. С вами была Лана Аппетитовна. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал.